В Нижнем Новгороде обсудили подготовку к юбилейному 15-му международному фестивалю искусств имени Сахарова. Он пройдет с 19 мая по 8 июня в Нижегородской филармонии. В этом году в нем примут участие более 300 музыкантов из Франции, Нидерландов, Италии и США. Гостей ждет 12 концертных программ. Фестиваль откроет Российский национальный оркестр, а в последний день его работы нижегородцы смогут насладиться виртуозной игрой Дениса Мацуева, который выступит совместно с оркестром Нижегородской филармонии под управлением Александра Скульского. Каждый день фестиваля будет посвящен культуре и искусству европейских стран. Продажи билетов стартуют 1 апреля. Это фестивальная программа. Даже если это нормальная, обычная для Нижнего Новгорода программа, то исполнители необыкновенные. Тут необыкновенные жанры, когда переплетаются эпохи и жанры вокальные, инструментальные и видеоряд. Здесь памятные даты, здесь традиции. Любая программа предстоящего фестиваля может быть рассмотрена без скидок и без натяжек, как полностью соответствующая идеям и принципам, которые в нашем городе, да и в нашей стране в целом, отстаивал и утверждал Андрей Дмитриевич Сахаров.